Твери в ФОКе имени Ахмерова прошел спортивный праздник от знака ГТО к олимпийской медали. Участники – спортсмены из областных школ Олимпийского резерва. Ребята не только познакомились с комплексом ГТО, но и попробовали свои силы в сдаче нормативов. На спортивном празднике побывала и наша съемочная группа. В качестве дополнительной мотивации рядом с участниками фестиваля один из самых титулованных легкоатлетов Тверской области, семикратный чемпион России в метании диска, участник чемпионатов мира, Европы и летних Олимпийских игр, которые проводились в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне, Богдан Пищальников. Всем участникам хорошего настроения, хорошего результата. И сказать отдельное спасибо тем людям, которые привели вас в форму, которые заразили вас этим. Благоприятно, на мой взгляд, спортивная деятельность. Занимайтесь спортивной деятельностью, в каком бы проявлении она не звучала, не проявлялась. Состязания состояли из двух этапов. На первом спортсмены сдавали нормативы ГТО. Наклон, прыжок, пресс, отжимания, а затем проходил комплекс испытаний. Стрельба из электронного оружия, гольф, дартс, велотрек, оказание первой медицинской помощи. Всего 12 площадок. Упражнения подобраны с учетом различных физических качеств. Равновесие, ловкость, меткость, выносливость и сообразительность. Раз они занимаются профессионально спортом, значит, все эти физические качества им присущи. Поэтому они их просто должны сегодня правильно применить. Мы хотим, чтобы ребята, играя, поняли, что заниматься физической культурой – это очень важно. Не только профессиональным спортом, но и физической культурой. Потому что именно общая физическая подготовка – это основа любого спортсмена. Второй этап – командная эстафета. От каждой школы Олимпийского резерва участвовала команда в составе 6 человек. Фестиваль ГТО – это не просто спортивное соревнование, но и праздник для всех участников. В этом году он посвящен 10-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Уникальное мероприятие, ведь действительно здесь, в стенах этого спортивного замечательного объекта, собрались действующие спортсмены по разным видам спорта. Я уверен, что спортсмены, они не только в одном направлении превосходят своих сверстников. Они развиты разносторонне. И здесь это будет отличный способ проверить. По итогу спортивного праздника были определены 36 победителей в 12 играх и 3 команды в эстафетах. Победителей и призеров наградили медалями и сувенирами с символикой ГТО.